Бедные сердца, я приветствую вас в день зимнего солнцестояния. Принимайте любовь Андромеды. Совет света Андромеды приветствует вас. И мы очень рады соединиться с человечеством. Мы очень любим вас и приглашаем вас почувствовать любовь, идущую к вам из звездной системы Андромеда. На самом деле вокруг вас много любви, и вам приходится отключиться от нее, дабы не чувствовать ее. И только тогда, когда вы сдаетесь, когда вы отпускаете, когда вы отказываетесь от борьбы и сопротивления, вы начинаете впускать в себя часть любви, которая приходит к вам из всех точек Вселенной и за ее пределами. Когда вы чувствуете, как эта любовь приходит к вам, у вас проявляется больше любви, чтобы отдавать. Вам есть что отдать. Когда вы выходите за пределы себя и ищете эту любовь в других людях, которые также чувствуют себя оторванными и отделенными от любви, которая приходит к ним, вы, как правило, не получаете ее. Поэтому мы приглашаем вас в этот день солнцестояния открыться и принять всю любовь, которая приходит к вам. Пусть это станет вашей традицией солнцестояния. Приведите себя в расслабленное состояние и откройтесь для получения огромного количества энергии, огромных приливных волн любви и загрузки всего, о чем вы просили, и даже больше. Видите ли, когда вы открываетесь для любви, вы открываетесь всему, что имеет более высокие вибрации. У вас есть выбор. И некоторые из вас делают его осознанно, а некоторые нет. Но у вас всегда есть выбор, на чем сосредоточиться. Есть много того, на чем вы можете сосредоточиться, что не является светлым, что не является жизнеутверждающим, что не дает вам того теплого, нежного чувства, которое дает любовь. И иногда это очень интересно, иногда это привлекательно в каком-то смысле, но вы должны понимать, что это не тот выбор, который вызывает хорошие чувства. И поэтому это не тот выбор, который подходит вам. У каждого из вас есть своего рода двойник души здесь, в нашей системе. У каждого из вас. Ваши души никогда бы не выбрали воплощение только в одной системе. Иначе говоря, ваши души всегда выбирают воплощение во всех системах. И поэтому любовь, приходящая к вам из звездной системы Андромеда, это любовь вашей собственной души. Вас узнают по другим аспектам вашей души. Вас рассматривают как относящегося к этому другому аспекту вашей души. Вы действительно хотите испытать любовь своей души, потому что это вы любите себя. И когда вы наполняете себя этой любовью,
вы впервые чувствуете себя самим собой. Иначе говоря, вы впервые чувствуете, что являетесь своим истинным Я. Так много вы можете создать с любовью и через любовь. Так много вы создадите, так много исцелите и так много вспомните. Поэтому, пожалуйста, помните сделать в этот день солнцестояние. Помните это сделать. В день солнцестояния. Откройтесь для любви, которая есть вы. Для любви, которая принадлежит вам. И для любви, которая оживляет вас и дает вам новую жизнь. Мы совет Андромеды. И нам очень приятно служить вам таким образом. С любовью, родные сердца, передала вам это послание Саида. Откройтесь для любви. Вы есть любовь. И любовь принадлежит вам. Любовь оживляет вас. Откройтесь новой жизни, родные земляне. Я люблю вас. Люблю. 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 Люблю.